Парни, жую хот-дог. Извиняюсь. Я не знал, что игра будет продолжаться сразу же. Ребята без паузы решили играть. Смотрим пистолетный раунд. Intel Challenge, 9 сезон. Первый матч, Detonation FX, вторая карта 1-0. Счет серии в пользу FX. Помним, что первые два пистолетных раунда на Dust выиграли Detonation. Но это Данюк, Паша, три спины. Он тут нужен пулемет. Большой-большой пулемет для Паши. Минус два от Паши. Паша хочет кушать. Паша нужны фраги. Делает минус 2, да все жестко. Все, say hello, можно тоже сказать. Say hello, Фродон. То же самое, 1-0 в пользу FX. Это защита на нюке. Да, тут ситуация в Z-Nation будет явно, явно жуткая. Сейчас, подождите. Хлебну. Что-нибудь попить. Ну все, теперь я готов. Давайте смотреть. Ну что? О! Фродон замочил Дим-Дима. Это Трололо Вентрила или я не знаю. Ну как так можно взять Зигла, парня разорвать во втором раунде, когда у вас Диглбай? Да ну как? О! Я, конечно, момента не видел, но я вот не понял, это было специально, либо это... Либо он случайно так там штук 5 патронов выстреливал, в итоге замочил своего. Ну вот враги на минус. Это очень важно было ему сдать минус, потому что он убил своего. У него там вообще по деньгам полная опа. 2-0 в пользу FX. 2-0, и мне кажется, что все-таки у Z-Nation проблемы. Уже как-то с самого начала, кажется. Можно посчитать, что как-то предвзято отношусь к этому матчу, но мне кажется, что там уже что-то случилось. Ребят, напомню вам, что завтра мы смотрим Маврик против шведов Players. Послезавтра ЕСЦ и Сахара, вот это я обязательно прокомментирую. И еще 1 сентября Кирчнет, Каос, голландцы, мы это тоже посмотрим. Эк проходит быстро, здесь, конечно, смотреть не на что. 3-0 в пользу FX, и, конечно, сейчас будет очень тяжело за Z-Nation. Virtus.pro Hardwars, 7 сентября. Вот FX DTS Fear Factory 8 сентября написано. Ну, наверное, это вот все-таки, наверное, эта игра будет перенесена, потому что DTS это будет день до ВЦГ финала киевского. И у нас там тоже в пятницу тоже какое-то мероприятие намечалось на консолях 8 сентября. Возможно, эта игра будет перенесена. Ну ладно, далеко я сбегаю. Давайте смотреть уже на то, что идет сейчас. Это матч Z-Nation FX, он продолжается, но ситуация, конечно, вообще печальная для ребят из России. Ну, не могут они как-то подсобраться, не могут потащить, вот уже и пистолетки не берутся. Это, конечно, вообще печально. Так, вейк, 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 в будке. Опа! Ну же! Вали его, вали, давай, вали! Нет, не получилось, один хп еле ушел. Фроден дал минус, минус от Паши, откуда? Тут все на точке, дверь пошла. Где же Паша, Кубан, Нео, где вы, ребята? Все, вот они где-то здесь. Вейк остался один с одним хп. Очень быстрый заход такой в точку. Нео минус 3. Мне кажется, это будет быстрый матч. Какая следующая мапа? Вот это кто-то шутит, наверное. Следующей мапы не будет, дружище, если сейчас FX выиграют карту. У нас матчи до 3 побед. Но третья карта в случае 1-1. Ух, ладно. Пока ничего не буду говорить, давайте, ну, тут пока эко, ну, все-таки посмотрим, что там сейчас решили. А, нет, не эко. 4 дигла и калаш. Хорошо, поймал Пашу Вейк, умница. Что дальше? Спокойно, спокойно, не носиться. Там уже Бена, Нео, Аркада воюют, тут кайфуют пацаны на рампах в это время, пока Вейк делает враги с одним единственным калашом. Тут тоже. Это только Пейн полетел. Ну, по-моему, только Пейн полетел, хотя либо ему подставили тиммейты и пропустили вперед, а сами остались на радио. Ну, не могу вообще понять, что происходит в этом матче. Ой, жду Кирчнет, жду Virtus.pro, жду ДТС, жду Тао. Это Нео, он продолжает все расстреливать. Ой, хорошо попал, 4 хп у Вейк остается, там Кубан пошел разбираться уже до конца. Тут же бомба, Таз дал минус, Дим-Дим. Зачем купили калаш и 3 дигла? Вот, не знаю, дали 2 минуса, конечно, молодцы, но зачем вот это была покупка? Давайте на Теровский Рез прилетим, глянем, что тут делает вообще эта команда Z-Nation.
Значит, хватило. Смотрим у Вейка, хватило или нет. Давайте на Вейка сразу переключимся. О, как он телепортироваться умеет. Дверь открывается. Лорд уже одного прошивает за спиной у Вейка. И Вейк еле выживает. У него 22 хп. Вот тоже такой. Лорд 23, кстати. Ну, нормально. Для защиты нормально. Для атаки не очень. Кубан идет на поджим. Хорошо, Пейн разобрался, да, он минус, я думал, он не проверит и не убьет, думал, что там уже будет по-любому минус от Кубана, но нет, 4 в 4, смотрим за продолжением, Нео 1 на Б, это фишка команды FX, они очень часто оставляют этого парня здесь одного, потому что он, именно он, может здесь играть один, вовремя хелповать, там, подниматься с каналов, ну, вообще, парень с таким большим набором трюков, конечно, на нюке важен, ну, я имею в виду по движениям, здесь вот нюк, наверное... Ну, она как трейн, по движениям очень важны перемещения с лестниц, там, с вагонов на трейне, здесь очень тоже много лестниц, каналов, прыжков. Пишут, новая фишка это. Ну, смотрим, один на один. Да ладно вообще. Ну, наверное, мне стоит комментировать этот матч, по-моему, этот серьезный. Z Nation закатили рукава и сейчас соберутся. Ну, давайте тогда смотреть, что будет делать команда из России. 5-1. Взяли первый раунд. Понятно, что у защиты там у польской команды денег полно. Что здесь? Что здесь, ребята, будем делать? Ну, сейчас посмотрим, куда пойдет атака и вообще, что из себя тут решат парни. Два улица, даже один пошел на улицу, остальные все у нас на скалу прошивать легкий, аккуратный дефолтик. Решили раскатать Z Nation, ну, сейчас посмотрим. Аккуратно стоят, боятся, давайте по польской команде пройдемся. Нео, как всегда, таз перед будкой, Кубан на рампах уже к Нео пришел, сейчас куда-то уйдет Паша, он тут опасно держит. И лорд улица. Ну, как бы ждем Дим-Дима. Пейнеба уже покосили, он там допрошивался. 4 хп у Пейнеба осталось. А где он, кстати? Ну, вот он отошел. Дим-Дим. Ну, Z Nation, мы в вас верим. Хотим третью карту. Потому что как-то две маловато для вечера Counter-Strike. Ну, окей, пошел. Будка, это таз. Есть минус. Лорд забрал одного из игроков. Лорд с улицы. Кубен. И Нео пойдет к Кубану. В меньшинстве поля... Ой-ой-ой, были в меньшинстве. Сейчас появился здесь Нео, появился здесь Кубан. И уже все Z Nation лежат. Остались одни модельки. Модельки. Это не девушки, модельки. Модельки из террористов. Вейк один против двоих. Ну давай. Тафа, где админы Киберлена ТВ? 420 ВД, уже 6 часов. Странно. Сейчас проверю. Не знаю, где админы. Будем звонить. Давай пока что смотрим за эко. Да. У меня, если честно, работает сайт, или вы про что говорите? ВД-арена у меня работает. Но, может быть, там какой-то турнир висит. Я сейчас еще это пытаюсь кому-то написать, но не факт. Ребят, у нас 7-1, и, конечно, трудно говорить какие-то слова, и трудно, конечно, тяжело такой матч комментировать, когда команда FX очень люто раздает на второй карте, и, конечно же, после... Их победе на Дасте уже стало все понятно. Точнее, не после их победы на Дасте, а после того момента, когда Z Nation выигрывали 5-0 и умудрились проиграть 16-6 или 7, но как бы... Глубины поражения и серьезности всего этого дела это не меняет. Say hello! Делает фраг. Хорошо. Поймал на двери поджим Кубана. Что дальше? Знаете, просто, ну, если честно, я вижу, что Z Nation все-таки, я как понимаю, что это, ребята, не команда, потому что, ну, играют как микс. Как микс с FX-ами не справятся. Да, стрелять умеют, там, фишки шарят, но больше нечего сказать по их игре. Нет раундов. Видно, что не готовы. Тимплейчик чуть-чуть больше нужен. Ну, вот сейчас что-то. Паша. Таз. Паша.
продан один. Вот он, жмет в дым. Вот, кстати, раунд может взять ТАЗ-21, Нео 12. А, Паша еще третий, 2 хп, ого. Бомба, кстати, вот тут тоже и лежит. И сейчас Паша может умереть, вот он умирает, Паша. Он попал во Фродо, на 71 хп отнял. И как бы, ну ладно. Не, он никуда он не уйдет уже. Никуда он не уйдет. Нео, кстати, зря отошел. Сейчас уже по спину побивал. А, нет, не, может и не зря. Он вот сейчас и будет убивать. Ой, как хорошо. По-моему, видел Нео. Фродон, ТАЗ. И Нео уже был в спине. Все четко. 8-1, FX выигрывают. ТАЗ, спасибо, админы Киберлен, тебя услышали. А, не за что вообще, не за что. Таф, а что за проблемы с Кинзу? Дабл-клик появился. Не знаю вообще про Кинзу, откуда там появляется дабл-клик. Трудно сказать. Так, ребята, просто иногда тут немножечко отключаюсь, смотрю, что вы мне там пишете, и поэтому иногда вот такое происходит. Здесь эком, тут тоже все понятно. Всех уже порубили, 9-1. Я не верю в Z-Nation на нюке, честно. Я не верю в то, что что-то получится у этих ребят сейчас. Хотя, конечно, хотелось бы. О, я себя слышу, это уже хорошо. Ну что, продолжаем смотреть за игрой. Итак, внимание на карту. Последние попытки от Z-Nation. Может быть, они сейчас нас порадуют и что-то смогут противопоставить польской команде. Хотя, конечно, это сложно. Кстати, подлагивает немного стрим, я смотрю. У меня, по крайней мере, местами. Не могу понять, с чем это связано. Давайте я лучше его не буду включать. Ну вот, все-таки пытаюсь в последнее время работать на новой бет-версии от XSplit. Вот, ну, как-то она мне не очень нравится. Ну что, минус от Дим-Дима, сняли Пашу, смотрим дальше. Пойдут на Б или нет, пойдут на Нео. Нео есть здесь. Сюда идет один say hello, и он может сейчас сказать say bye-bye, если он сейчас пойдет сюда на Нео. Хотя, ну, Нео покоцал, отошел, Фродон подтянулся. Тут еще ж, понимаете, здесь не просто Нео один стоит. Здесь еще есть Кубан, вообще Баян в кустах, в дыму сидит. Дает сам себе флешки от Нео слепой, кстати. Нео слепой, Кубан, по-моему, тоже. Нео ушел вниз на автопилоте. Еще и третьего мог забрать. Нео минус 2, Кубан минус 2, Нео минус 3. Ой-ой-ой. И причем как-то на таких тупняках все происходит, что аж не очень хорошие слова прилетают в голову сами по себе. Ага, я читаю, что лаги кто-то пишет. Ребята, я не знаю, будем разбираться. А вот их же ж не было в начале, они сами откуда-то по себе появились. Сейчас будем писать на новом 3D, чтобы все было хорошо. Там такое частенько бывает. Я вам, давайте я скайп потушу, вот он, чтобы он вам не мешал. Да, знаете, смотрим уже за этой игрой, тут просто идет уже доигрывание. По-моему, и одна, и вторая команда попросту доигрывают встречу. Ну, вот ничего не скажешь вообще, вот тут ничего. Летают Z-Nation, FX летают, поджимают, жмут уже. Сейчас будет минус от Кубана. Да, 11-1. Ну, давайте на фраги посмотрим. 14-4 Кубан, 12-2 Нео, 11-2 Лон. Ой-ой-ой-ой. От 14 до 10 фрагов, меньше 10 никто не набил. У поляков, да. Ребята все в форме. Польская команда, конечно, серьезно сегодня. О, пишут, лаги попустило. Спасибо, ребят. Как тебе новость про СВЦ? Новость про СВЦ ужасная. Ребят, у меня ничего. Вот, все. Смотрим за игру. Просто мне тут кто-то советует посмотреть диспетчере задач. У меня в диспетчере задач висит 12 процессоров, которые рвут на части все, что у меня сейчас записано. И интернет хороший, все хорошо.
Бывает на он 3D такие некие заглючки на Амстердаме, вот они временами приходят, их отпускают, мы на днях все это вообще будет решаться, и все будет там, обещают, что все будет круто. Есть некие проблемы с Амстердамом, никто не хочет поехать разобраться. Так, смотрим, выход на Б. Вейк Лорд, о, да, Вейк 1 дал минус, но у него 14 кп. Ну давай, Рэмбо, Чак Норрис, сделай что-нибудь, дружище, не попал. Да, тут, по-моему, скоро Афат придет при таком счете, 12-1, 4 раунда до победы FX. Очень быстро идет эта встреча, и, конечно, ну, просто нечего говорить вообще, нечего говорить. FX ломает Zet Nation в одни ворота на нюке. Вся идея, наверное, этой встречи BO3 и была в первой карте для Zet Nation. Потому что если бы они смогли выиграть Dust, на нюке, конечно, шансов мало, так как это одна из лучших карт FX. А вот, может быть, там третий, может быть, был бы какой-то Тускан, который FX не очень хорошо играет. Так, минус от Пейнаба, где он? Где-то будку снял. Лорд, ой-ой-ой-ой, что сейчас будет? Лорд пропустил одного, дает минус. Сейчас тут еще есть один игрок, его слышит Дим-Дим. Дим-Дим дает фраг. Дальше на Дим-Дима никто не пойдет. То и тут и Кубан, и Паша сейчас, или Кубан, или Паша. Ой-ой-ой, что делает Паша, вы посмотрите. Ну, это уже, по-моему, какое-то развлечение. Да ездишь, ломай велосипедом. Просто аук не напоминает тут в Counter-Strike раму для велосипеда и чем-то велосипед Украины без колес. Так, то-то-то-то-то-то-то-то. Да, хорош. Паша, конечно, хороший момент. Диффузи 13-1. Ну, как бы все ясно. Так, Logitech у Тафа обычная, у Тафа нет Logitech вообще, дома стоит какая-то клавиатура, маленькая. По мышкам, друзья, вот не знаю, открыл для себя Abyssus и все, офигительная мышка. Сейчас я, Коля, Вейс, Попс и многие другие перешли на эту мышку, потому что мы от нее стали кайфовать. Мышь просто приятнейшая. Продолжаем смотреть за приключениями Паши и его велосипеда. О, все, приключения закончились. Вейк на канале. Ну тут просто тоже, знаете, что делает команда FX? Топ-левел, да, команда. Супер-команда, тра-ля-ля. Вылетает Паша с велосипедом на дверь, и никто из тиммейтов в этот момент нигде не поджимает. То есть мы уже понимаем, что ребята ржут еще с прошлого раунда, когда и Паша наделал фрагов Сауга. Так, тихо. Спокойно, Кубан. А, все, берут все-таки. Но все-таки два раунда Zet Nation взяли в атаке. Уже неплохо. 13-2, смена сторон, 3 раунда до победы FX. И если они возьмут пистолетный раунд, наверное, все уже закончится. Эх, как все печально-то. Как все печально. Ребята, FX. Ну, будут еще игры посильнее. На Upland выходят поляки со старта. Кубан делает фраг в девятке, уходит в канал. Ну и смотрим за защитой. Дим-Дим улица, Пейн и будка. Ого. Дим-Дима уже нету на улице, кстати, заметьте. Там Паша с Димом оказался. Что там делает Паша? Ну, за Пашей посмотрим. Такой харизматичный просто игрок. Дун-дун-дун-дун, не дал, пусть не пустил к тиммейту и сам залез сверху. Тут сейчас начнется тусовка. Трое снизу, что вы делаете? А где бомба вообще? А, бомба на Б, ну все нормально. Дайте Пашу. Паша. Три фрага с дигла, ну и все. Zet Nation могут веселиться. Итак, смотрим на Zet Nation. Дигл. Один усп. И еще какой-то неизвестный девайс.
Я, знаете, вот, я не знаю, ребят, как это назвать, но вот у меня уже просто нет слов. Да, мы с другой стороны, вот я, конечно, кучу тут говорю, комментирую, тут все, конечно, круто. Сейчас поправлю микрофон. Но надо же помнить, что NFX это топ-левел команда, одна из лучших в мире. Z-Nation сейчас, конечно, поимеют колоссальный опыт. Но мы видим, что ребят не слишком сильно тактически были подготовлены к этому матчу. Да, какое-то умение есть, ребят. Смотрите, 4 МПхи. 4 МПхи у польской команды. Нео, Кубан, Паша и Лорд бегают с МПхами. Это просто троллизм. Ну все, победа FX 2-0 по картам и без шансов. Это просто все без шансов. Я еще почитаю ваши сообщения немного и тоже буду скоро уходить. Тут все девайсы, мышки, кинзу, сенсей. Я вот купил себе Razer Abyssus, я себе больше ничего не хочу пока что. Тафа, привет, Тамбову, плиз. Да есть Тамбов, привет. Пиши Razer Abyssus, скидываемся Тафе на свадьбу. Скидывайтесь, давайте. 1010 УЕ надо. Дальше, поехали. Что вообще, какие приветы? Какой X7? Короче, троллинг. Троллинг здесь происходит. Что еще вам интересного бы такого рассказать? Да ничего, наверное, интересного вам не расскажу, потому что это провал. Это провал. Привет вам, ребята, еще раз всем. Тафа был с вами. Ждите завтра. Матч на 9. У нас завтра, кстати, играют довольно интересные ребята. Я, кстати, вам сейчас даже скажу, кто. Маврик и команда Players из Швеции. Вот я все хочу на Players посмотреть, потому что я еще не знаю, кто входит в состав этой команды. Там была очень веселая история с датскими командами, которая вот 4 датских команды, вот двоих игроков в своих составах отметили. Далли и кого-то еще. И мы очень долго разбирались в итоге, за кого играют эти парни. Но вроде бы все решено. И, в принципе, сезон начинается. Ждем вас завтра на наших трансляциях. 9 по Киеву, 10 по Москве. Counter-Strike. Point Blank начнется с 8 часов. С 7 часов по Киеву, с 8 по Москве. По еще непонятно, вот кто что будет комментировать, кто КС, кто ПБ. Завтра либо я, либо Каспер. Мы будем с ним часто меняться теперь в ближайший месяц на трансляциях. Ну, в любом случае, я вас никуда никогда не покину. Поэтому, ребята, я с вами. Ждем российское ВЦГ на этих выходных. Ждем украинское ВЦГ через неделю. Сумасшедшие баталии. Узнаем, кто поедет от наших стран на финал. Это будет очень интересно. 100%. Всем пока. Играйте, выигрывайте вместе с Киберареной ТВ. И заходите в наш чат группы Steam с Киберареной ТВ. Обязательно. Завтра будет, я думаю, повеселее.